В этом году из стен Цхинвальского художественного училища выйдет 11 выпускников. У них сегодня был важный и волнительный день – защита дипломных работ. Все знания, полученные за 4 года обучения, они показали в своих картинах. Над ними выпускники работали долго и усердно, чтобы достойно представить их перед экзаменационной комиссией. Я пыталась показать все особенности осетинской национальной культуры, которые у меня в целом ассоциируются с Осетией. Я показала горы, я показала танец осетинский, моя работа так и называется, «Жемчужина осетинской хореографии». Я совместила горы и танец. За 4 года обучения я многому научилась здесь, благодаря своему педагогу Джулете Мухтаровне. Она передала мне все свои знания. Дальше хотела продолжить работать в этой сфере. Выпускники представили работы в разных жанрах – портрет, живопись, натюрморт. Тематика была разнообразная, тем не менее работ в национальном стиле было больше. Выпускники изобразили в своих работах нарский эпос, национальную хореографию, геноцид югостинского народа 20-х годов прошлого столетия. В феврале 1921 года был организован особый юго-осетинский партизанский отряд, который перешел на ликвидацию меньшевистских сил. Кроме того, были представлены работы декоративно-прикладного искусства – чаши, шкатулки, подсвечники, сделанные из дерева. Каждая работа получила высокую оценку. Не обошлось и без подарков. Югостинское предприятие по производству вина «Винодельня Иронса» преподнесло в дар Цхинвальскому художественному училищу гипсовые модели для натюрмортного фонда. Всегда взяли такое направление и политику нашего предприятия, чтобы поддерживать талантливых ребят республики, не только как вот, допустим, художников. Мы также поддерживаем и баскетбольную федерацию, помогаем, и СИМ тоже мы участвовали в помощи им. И вообще мы ведем расширенную деятельность в помощи талантливым детям республики. Стараемся поддерживать их, да, всячески, всеми способами, которыми мы обладаем и которые нам доступны. Гендиректор предприятия получил в подарок дипломную работу одного из выпускников. Молодых художников с важным событием поздравила и заместитель министра культуры Джулета Дзеранова. У них уже есть специальность, они достойно себя показали, работы очень интересные, доступные, понятные всем. И я думаю, что они еще больше будут работать и в дальнейшем будут нас радовать своими успехами. Многие из выпускников продолжат учебу в высших учебных заведениях России. Все они заверили, что сделают все возможное, чтобы пополнить плеяду именитых художников Осетии. Стелла Бязарова, Азамат Кудзи, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.